Треть популяции коал потеряла Австралия за последние 3 года. Причина в засухе, лесных пожарах и вырубке деревьев. В 2018 году в стране насчитывалось более 80 тысяч коал. В этом их уже менее 58 тысяч. Больше всего сумчатых потеряли в штате Новый Южный Уэльс. В итоге популяция там сократилась на 40%. Все из-за пожаров, которые бушевали в конце 2019 и начале 2020 годов. Примечательно, что некоторые прежние места обитания коал опустели до пожаров. Нас тревожит ситуация в таких местах, как на западе Нового Южного Уэльса, где последние 10 лет стояла засуха, из-за нее пересохло много рек, и все, что давало жизнь коалам, умерло. Защитники животных отмечают, что места обитания коал также сильно сокращаются из-за деятельности людей. Необходим новый закон о защите коал. Нравится нам это или нет, но эти животные – символ Австралии. Не нужно с этим спорить. Если появится закон, который запретит промышленникам или частным землевладельцам бессмысленно уничтожать деревья, то все будет хорошо. Коалы обитают только в Австралии. Посмотреть на них приезжает много туристов, что приносит огромные доходы стране. Эти сумчатые занесены в Красную книгу как уязвимый вид. Помимо пожаров и вырубки эвкалиптовых деревьев, им угрожают клещи, завезенные в страну из Индонезии и Японии.